Елена Сорокина стала временно исполняющей обязанности мэра Рязани. Напомним, что ранее она занимала пост заместителя главы администрации. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы. К обязанностям Елена Борисовна приступит уже в пятницу. Проект решения предполагает освободить от исполнения обязанностей главы администрации города Рязани Сергея Юрьевича Конрабасова в связи с прекращением полномочий первого заместителя главы администрации города Рязани 30 мая 2019 года по собственному желанию. Основание – заявление от Сергея Юрьевича Конрабасова. 6 сентября состоится итоговое заседание конкурсной комиссии. К этому моменту все кандидаты представят свои программы, а комиссия путем голосования определит лучших. Их кандидатуры представят на рассмотрение городской думе. Стоит отметить, что в состав комиссии войдут 10 человек. 5 из них – представители городской думы. От партии «Единая Россия» глава города Юлия Рокотянская, Сергей Еремин и Татьяна Климова. Евелина Волкова представит фракцию КПРФ и Дмитрий Панкин – ЛДПР. Еще 5 человек в состав комиссии предложат члены правительства. Другим важным вопросом стало внесение поправок в бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы и расходы увеличиваются на 731 миллион рублей. Также на заседании городской думы согласовали передачу автобусов, находящихся в лизинге, от муниципального предприятия «Автоколонна 1310» управлению Рязанского троллейбуса. Согласно договору, ОРТ будет вносить плату за 10 автобусов марки «Нефас». Напомним, что «Автоколонна» перечисляла за них платежи, однако после введения процедуры банкротства средства на эти нужды перечислять стало запрещено законом. Это может привести к потере автобусов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».